Информационная система контроля за расходами на ремонт и содержание дорог появится в Башкортостане. Соответствующие поправки в закон планируют принять депутаты Госсобрания в осеннюю сессию. Система заработает в марте следующего года. В ней разместят информацию о формировании дорожных фондов во всех населенных пунктах республики. Аналогичные информресурсы с данными обо всех дорогах, в том числе частных, планируется применять во всех регионах страны. По словам депутатов Госсобрания, онлайн-платформа будет предназначена для граждан, бизнеса и чиновников. Позволит властям принимать оперативно правильные, грамотные решения, в том числе с учетом поступления средств в дорожные фонды. Автовладельцам же это тоже позволит получать оперативную информацию о тех дорожных работах, которые будут запланированы и будут проводиться, об аварийных участках, вносить какие-то предложения. В этом году дорожный фонд республики составит 32 миллиарда рублей. Это на 11% больше, чем в 2021. На начало июня на ремонт и строительство дорог израсходовали 6 миллиардов рублей. Из них 1,5 миллиарда – это средства из федерального бюджета.